Приветствую вас, земляне. И снова с вами Сенсей. Продолжаем рубрику. Давайте вспомним. Вспомнил я такую игру хорошую. Я считаю, что это лучшая часть из последних. Последней только мне понравились гробницы. Но я считаю, что вот это лучшая часть, которая вышла. Называется она вот так. Все вы ее прекрасно знаете. С большим уважением отношусь к тем, кто просматривает мои ролики. Не забывайте, заходите на мои каналы, подписывайтесь на любом канале, когда хотите. Хоть на всех. Чем больше подписей, тем лучше. Значит, наберу когда 100 подписчиков, хочу открыть новый канал про нашу жизнь в России, в самой богатой стране. А сейчас продолжаем, значит, Том Райдер. Первая из серии часть. Значит, из этой серии первая часть. Давайте на низкой пойдем, потому что проходить я вряд ли ее буду. Путешественник сказал. Давайте вспомним, как все было, как начиналось. А то, что мы делали. Эта серия. Я отправилась на поиски себя. И приключений. Под видео там все ссылки, переходы на мои каналы. Приключения сами нашли меня. Отписаться вы всегда сможете. Вы подпишитесь, отписаться всегда сможете. Если что-то не понравится. Но надеюсь, что вы продолжите просматривать мои ролики. Большая моя надежда. В самые тяжелые минуты, когда жизнь проносится перед глазами, мы находим то, что нас поддерживает. То, что придает нам сил. Аккуратненькая она такая еще в этой части. Игрушка у нее все. Без всяких преувеличений, по-моему. Без заблуждений, как говорят. Посмотрим. Один раз я в нее переиграл. В каком году она вышла, я забыл посмотреть. По-моему, 13-й. Графику я улучшил, значит. HDR, засветление немножко и четкость прибавил, чтобы у вас мыла не было. В третьей части мне очень понравилось лазить по гробницам, вот именно гробницы. Вот если сейчас вот дополнительный там уровень гробницы, я проходил просто с удовольствием. Сама игра мне не зашла. Я ее прошел, но она мне не зашла. Я прошел один раз и все, переигрывать я уже в нее не хочу. А в гробнице переигрывал. Эту игру я вообще плохо помню. Год назад я переигрывал в другую, вот, после нее. Рис там, что ли, что-то, рис. С русскими что-то там связано, в Сибири. Ну так, среднячок для меня. Вот последний только зашла из-за гробниц. Вот этой вот жесткости нету. В последующих играх нету вот этого. Не хватает. Карта пока тянет вроде. Вниз. Мне нужно вниз.
Играю я, конечно, на кнопках, на джойстике я не играю только по одной простой причине. Вот это обзоры мне, я не привыкший к обзору. Так, а что надо? Вот сюда, по-моему, нам надо раскачиваться. Блин, я 1000 лет назад играл. Один раз я только в нее перепроходил. Последнюю я в гробнице перепроходил, наверное, раза два. После нее тоже один раз я перепроходил. Как Орл начинается. Я в 100 кадров не играл в нее. Я играл, наверное, кадров 40-35. Последний раз даже, когда я... По-моему, один раз я ее переиграл. 50-то я, по-моему, даже не видел. Все, я на ультра выкрутил. Все. Все, что можно было, все на ультра. Плюс улучшение графики. Так, чё факел он там бубнил? Надо факел у них. Я что-то тут не припомню. Здесь вот вроде что-то. Только чё-чё. Эти переходы в новинку были. Так, что-то девица, я даже вообще не помню, что тут надо делать-то. Дальше идти, что ли? Дальше нельзя. Так, факел надо поджечь. Она прошла в воде. Я что-то не пойму. Так, а что присесть у меня? Что присесть? Где присесть у меня? Или она не приседает тут? Какая тряпка он там висит, что ли? Или кто ли, блядь, человек как тряпка? Ага, вот. Ну, поджигать, конечно, могли бы немножко чуть-чуть это... Побыстрее сделать, я думаю. Не взданет меня здесь. Блять, какая-то обезьяна, блять. Ты смотри, обезьяна какая-то вырвалась. Откуда ты? Помочь ему хотел тебе. Кричит. Надо идти дальше. Да хрен вы ее переубедите. Тем более женщина. Ну, конечно, сейчас последняя часть сделана, конечно. Я уж там не беру эти отражения, там все равно, конечно, посерьезнее. Графика. Ну, по-моему, как 13-й год, по-моему, если я не ошибаюсь. Опять потушил, говно, эти палка тут потушил. Так, принцесса, куда нам тут надо идти, я все помню. А вот сжигай. Это еще что такое? Нет, надо додержать прям до самого. Не балуй. Да, я что-то помню тут с этим говном связано. А вот что, я что-то никак не могу. Что-то вот здесь надо делать.
Так, 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 так. Однако. Что-то не припомню, я что тут надо делать. Так. Вот эту дрянь я для чего толкал-то, блядь? О, вон там еще это подвешено. Хренотень-то. Вот так как-то, вроде бы. Чуть камера какая-то здесь есть. Сейчас, по-моему, толкать, да? Угу, сейчас здесь взорвется, да, по-моему. Ты ч? Блин, я думал, она рванула. У меня это, я нечаянно нажал. Рванула она туда. Давай, девица, побыстрее, шарапу. С говна я тебя вылезу. Их ты, блядь. Собаки такие, да? Все как обычно. Как старые былые времена, блядь. Давай, матрешка! Тебя уже тут никак не обзовешь. Том Райдер, по-любому. Ларка. Опять этот ублюдок. Да что ты за козел ты, блядь, такой? Кто ты такой вообще? Кто это лезет? Что это за обезьяна, блядь? Так, а вот какую кнопку-то нажимать надо было? Вот этот кружок-то появился. Я левую нажал. Наверное, не левую нажимать надо, какую-то другую. Может быть, вот эту вот, который... Ага, пятую, да? Значит, ой, вот эту, четвертую, какая нам, пятая кнопка. Игровая. Сейчас вот... Ах, мам дорогая, держись, принцесса! Давай. Ой, вот эти вот я вот задроты, задротство не лю, очень люблю вообще. Все что ли? Ну, ползи давай. Ладно, хоть здесь еще так более-менее удобно сделано, не надо уж так особо напрягаться. Ну, пальцы-то могут отвалиться. Надо двумя руками. Вот так вот, двумя руками. Тык-тык-тык, блядь. Ну все, молодчина. Испачкал столько ты все, принцесска. Сколько времени там? У тебя на часах. Выползла. Хоррор! Что тут за помойка? Жрал кто-то здесь сидел. Бермудский треугольник. Квадрат. Водичку вот сегодня поставил. Вот сейчас я тебе. Вот он, козел вонючий. Ну что? А? Вот я тебе. Гнида казематская. Так, да, туда нам что ли идти, по-моему? Ну, начало-то я еще так более-менее помню, а потом...
что-то вообще не припоминаю, о чем игра-то. Помню по этому острову над шаром. Шлюпка. Но где же все? Может, втянусь, так для себя поиграю. Какой-то корабль, по-моему, что-то будет там под землей, по-моему. Или самолет ли. Там корабль. Спокойно. Даже не припомню. Вот эти вот вещи я терпеть ненавижу. Как-то с тобой надо регулировать или нет? Принцесска, как регулировать-то здесь эту дрянь? Сама найдет что? Нет, я вперед держу. Прыг-скок. Обвалился. Ну где вот этот красивый прыжок? Соскок. Как в гимнастике. Опа. Ручки расставили. Головку подняли. Опа. Подход такой. Своеобразный. Чего ладно-то? Ладно, все, на все плевать или что? Справлюсь. Прыгать туда. Ай, я мама дорогая. Боже. Давай, Ларка, держись. Мам дорогая, чего ты? Куда ты лезешь? Ты не сидел с тебя на берегу. Давай, давай. Вот тебе и давай. Давай. Держу, держу я тебя, держу. Давай, давай. Немножко камера эта. Мне очень нравится мне. Ракурс камеры немного как бы назад должен. Или я уже привык к этим новым частям. Наверное, все-таки они поправили, потому что что-то я такого не припомню. Как-то она повисла. Камера за спиной не залетела. Ну, понятное дело, что тут говорить нечем. Сколько тут изменений внесено. Рюкзак с Эми! Эми! Значит, Самуил! Семи, в рот. Я должна их найти. Как будто ругнулся. В рот. Компот. То ли она сама зацепилась, то ли я как-то чисто случайно зацепился. То ли трюк такой сделали. Ужастик, я вам говорю, видите, хоррор. Шарохается она там где-то. Вот что это за дрянь несет? Блять, музыку бы только не забанили. Сейчас опять начнется. Никого нет. Ну эти, наверное, сами писали музыку. Навряд ли забанят. Подтряхивает ее, девчушка-то. Только соски что-то не набухли. Я с кем в связи? Ответьте! Такой мороз, а что-то у нее не видать их. Выживание, хоррор, выживание. Ох ты, спичка есть. Саид, поджигай! Не могу, Махмед спички обоссал. Какая молодец. Сейчас согреешься.
страх и холод, и все. Все здесь. Заходите под видео, все переходы на другие каналы. Знакомьтесь, перед вами будущее светило мировой археологии Лара Крофт. За работой. Сейчас она занимается поисками страны Яматай, которой правила Пимика, императрица Солнца. Она же моя прабабушка. Сэмми, это не смешно. Знаю, дорогая. Просто хочу немного разрядить обстановку. Все уже на пределе. Что тебя так напрягает? Я близка к разгадке, это точно. Но не знаю, станут ли они меня слушать. Да и надо ли меня слушать. Лара, ты прекрасно знаешь, никто не разбирается в этом лучше тебя. Я сейчас абсолютно серьезно. Я верю тебе. Рот верит. Разве этого мало? Все, хватит, перерыв. Чей рот верит? Я хочу выпить. Окей, окей. И Сэмми, спасибо. Она не всегда такая зануда. Давай, я несерьезно отношусь к экспедиции. Не говори так, Лара. Нас финансирует не только семья Сэмми. Я рискнул всем состоянием. Ну, мы все чем-то рискнули. Нас не будут финансировать вечно. Видите, субтитры с черными на черном фоне. У нас нет данных. Battlefield сделали мелочь такую и без черного фона. Как такое вообще упущение можно было вообще сделать? Книг не нашли, Яматай. Я уже обсуждала это с Ротом. Еще вдобавок на разных языках, то есть даже для своих они не могут читать. Всегда это бесило. Я не готов поставить на карту свою репутацию. Напомню, я здесь ведущий археолог. Давно были в экспедиции без софитов и камер? У меня 30 лет опыта и 2 научные степени. А ваше дело? Лодка, мистер Грим. Корабль, доктор Уитман, корабль. И это и без степени. Слушайте, строго на востоке лежит треугольник дракона. Именно туда нам и надо. Лара, птенчик мой, я пойду за тобой хоть к черту, но там плохая энергетика. И страшные бури. Рядом с ним Бермудский треугольник, просто ерунда. Но я с вами. Легенды гласят, что императрица Пимика умела вызывать бури, а в мифах обычно есть доля истины. Что если Яматай находился прямо в треугольнике? Вот, смотрите, спутниковые фотографии треугольника дракона. Мне это не нравится. Там вода, значит пройдем. Неужели вы это серьезно? Рейс права. У нас нет денег на безделье. Сейчас или никогда. Лара предлагает свежую идею и план. Я здесь капитан, и мне решать. Мы идем в треугольник дракона. Что я тут делаю? Нельзя сидеть на месте. Любовь. Боже, что здесь происходит? Стоп, лук мне пригодится. Так, с какой штуки ты прыгать? С этой вот. Пылище видели? Пыль, когда она цепляется, пыль. В других сериях что-то я вроде не замечал. Или мы уже просто нас так набаловали, что мы уже такие вещи не замечаем. Не знаю. Возможно. Че, прыгаем что ли? Или ты сама прыгнешь? Я должен прыгнуть или... А, просто надо дотянуться. Давай-ка сюда. Отдай, козленок. Тебе уже не пригодится. Ну, конечно, рано бы надо было показать, чтобы она перевязала. Посмотрим, в каком он состоянии. Просто вспомни уроки Рота. Ты можешь владеть самыми передовыми технологиями в мире,
Но а как отменять? Значит, если ты не умеешь сосредоточиться, это ключ к успеху. Да что ты? Не берешь ты эту дрянь. Я хочу есть. Я должна найти еду. Вот еду сейчас, вот здесь она бегала, еда-то. Если я туда прыгну, я разобьюсь. Начинаю не прыгать. Так, вот эти возьмет она. Так, вниз идем. Идем вниз. Опа. На, вседалище тебе. Сколько тут надо влупить в эту тварь? Есть. Извиняйте, но жрать-то нужно. Выживание. Куда денешься? Прости. А, загрузка идет. Я думаю, что они тут затянули. Гадьгух, большой змей. Пора в лагерь. Ну да, большой. Лара, при тебе не всегда будет крутой гаджет, который подскажет тебе, где. Ну уйди отсюда. Научись читать. Ты что прицепился ко мне? Гнида казематская. Еще одна выбежала. Лай. Срань. Хочется быстрее все бежать, поэтому я прыгаю. Так что я привык сюда ускорение нажимать. Так, где у нас этот фонарик? Так, а что там в навыках-то надо делать, качать-то? Я что-то вообще даже... Так, а как освоил я? Животные, они у нее без надобности, похоже на то. Надо было вот это, наверное, качать-то. Вот видите, я уже и забыл. Ну ладно, пес с ними. Чего не показывать навыки? У меня нет навыков, все. Я Конрад Рот, капитан Эндюран. Наш корабль разбился у острова в треугольнике дракона. Рот? Лара? Ты жив? Спокойно, спокойно. Как ты? Что с тобой случилось? Я помню берег, потом темнота, и я очнулась в пещере. Там был какой-то сумасшедший Рот и мертвец. Боже. Где ты сейчас, Лара? В безопасности? Мне было так страшно. Это я во всем виновата, только я... Лара, слушай меня. Я успел послать сигнал бедствия Сент-Юранс, прежде чем покинул корабль. Надеюсь, кто-нибудь его принял. Мне удалось связаться с остальными. Все сходимся ко мне. Пожалуйста, забери меня. Я должен оставаться здесь. Ты справишься, Лара. Помнишь подъем на Сноудон? Ты тогда сказала, главное помнить, что нужно идти дальше. Найди путь на гору через развалины. И не выключай рацию. Хорошо. Какой ты умный, рацию, говорит, не выключай. Вот тупица. Если она не будет выключать батареи сеять.
Периодически включай рацию. Наверное, было бы правильно так. Да? Эй. О, что это такое? Эй! Да, эй, зовут лошадей. Опять куда-то лезет она. Наверное, это и есть проход. Черт. Да не говори. Хоррор? Так, shift. Сорвались. Как спрыгнуть-то? Блин, это я нечаянно нажал. Спрыгнуть как? Контр вниз-то, как спрыгнуть-то? Shift лезть, слезть с лестницы. Shift, я держу. А. Так, блин. Я контрол держу. О, сама она нагибается сюда. Сама она знает, эта девочка, что делать. Что я делаю? Ну вот, я только тебя похвалил. Сказал, ты знаешь, что делаешь. Боже, это безумие. Харя-бажба. Завыли, блядь. Маска театра Но. Женщина в обличии демона. Она древнее остальных. Ну это вот не дело, конечно. Что такое? Тут нет никакого ящика. Что это за глюки такие? Тут нужно чем-то взломать. Да где-то ломик тут этот какой. Ищет. Видите, пропал этот. Сундук-то, блядь. О, нет. Вот это вот. Кирка. Да, вонище там чувствует путь здоров. Что тут за пух летает? Должны крысы бегать всякой. Дичь всякая должна бегать. Просто бы держать сделали. А может, просто можно держать? А, я насквозь прошел. Нет, надо нажимать. Вот такие вот дела. Давай, Лола, беги. Так, чё там, наверх, что ли, куда-то надо? Прошу прощения, если напугал. Здесь кто угодно испугается. Ну какие-то враги вроде. Мы говорили с вашими людьми. Они уже идут сюда. Вот, он перевязал мне ногу. А, ну хоть чем-то помог. О, где мои манеры? Простите, я Матиас. Когда-то был черт учителем. Какой-то. Но, боюсь, для жизни на острове я мало пригоден. Дорогая, ты устала? Садись. Да. Сэмми как раз рассказывала мне об императрице Солнца. Да, о Пимика. Расскажи еще. Мне интересно. Ну, хотите верьте, хотите нет, но пару тысяч лет назад императрица Пимика была владычицей Японии. Она любит об этом рассказывать. Пимика была красивой.
загадочный, но властный и безжалостный. По легенде, как она владела сверхъестественными силами. А здесь обычно я перестаю слушать. В мифах всегда есть доля истины. Она командовала армией воинов-самураев, штормовыми стражами. В битве они оседлывали сам ветер и сокрушали всех врагов. Говорят, что солнце всходило по приказу Пимика, и она правила всем, чего касались его лучи. От гор до моря. Снова она под басни Крылова. Там капкан, что ли? Точно капкан. Да что ты какая-то невезучая, куда ты попёрлась-то с таким невезением? Говно сейчас это будет бежать со всех сторон, вот я помню точно. Где волки-то эти вонючие? Никого я не вижу. Специально они тут держат. Оп-оп. Я, по-моему, второй раз на сложном играл. Блин, я не смог первый раз пройти. По-моему, там они что-то вообще быстро. Вы видели, как улетел? Как будто там с веревкой кто-то его дернул. Дурище. Всяков тоже хватает в этом мире. Народу миллион, бля, по всему лезут тут, по этому острову. Ползают везде, крутят, вертят. Как-то они потерялись. Как они могли потеряться? Уснула она, и они потерялись. Я скучал, птенчик. Хорошо, что вы здесь. Если их утащили, так и ее бы тоже утащили. Она была здесь, с этим Матиасом. Может, и глючит ее? Но я отключилась, а проснулась, их уже нет. Девушкам нельзя гулять одним. Надо их найти. Стойте, а как же Рон? Так, ладно, да, мы разделимся. Кто-то пойдет с Ларой на хрен встречу. Хрен в рот, а этот Рон. А остальные разойдутся и поищут. Постоянно этого Рота ищут. Нет, нет, я с ней. Пользоваться-то умеете? Когда-то умел. Думаю, вспомню. Идите к Роту. Мы найдем Сэмми и этого Матиаса. Опять Рот этот. Да. Ты как, ничего? Вроде да. Передохнуть бы пару минут. Передохни, куда ты поперлась? А, не к костру или... Народу шарохается здесь, посидите, и они как-то посидите. Теряют друг друга. Я вам говорю, хоррор. На разведку. Ужастик. Как в ужасах там. Только все вместе были, раз, уже нет никого. Кого-то дохлобучили. Неплохо. Где у нее это огниво-то? Даже не верится, что мы и правда отправились в экспедицию разыскивать родину моих предков. С тех пор, как я рассказала Ларе историю Пимика, она всерьез занялась ее поиском. Я всегда считала... Ну ладно, бабушки, дедушки. Так, вот мне надо факел. А, откуда ты взяла его? Из трусов, что ли, вынула? Факел-то. Что-то не видел я на ней никакого факела. Все полный. Лара, сюда! Я кое-что нашел! Мне это не нравится. А мне как? Опять, куда ты бросил эту дрянь? Как ты ее убрала у меня, я не пойму.
Эх ты, блин, ненавижу эти луки, блядь, вонючие, говно. Терпеть ненавижу их, блядь, эти луки, блядь. Ну ладно, давайте на этом и закончим. Думаю, достаточно нам вспомнить-то, что тут было и как, каким образом. Заходите на мои каналы, под видео все ссылки. Всего доброго, берегите себя и своих близких. До новых встреч!